Так, смертельная драка XXX1. Точнее, XXXL. Господи. Что-то я совсем. Ну чё, забабахаем? Tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know, when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord. Is that fucking sick? Я что, блин, Робин, что ли, вам? Good luck, man. Что Бленин так выглядел? Receiving no love here. Not at all. It is raining hate down where they are. No, у меня писюн блестит. After what their capo did to Stillwater, they're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring. Wait, oh my God, look at that! It's Angel De La Muerte. Angel De La Muerte, the second half of Pale Riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse, the youngest wrestler to ever win the Super K Cup is here in the Steel Court Arena. History is writing itself tonight, Zach. After his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped. Я чувствую, его сейчас с первого удара снимут. И придется драться мне. А может, я буду за обоих играть? Защищайте ринг! Замечательно! О боже! О боже! Фанаты! Рыба! Давай, иди сюда, иди сюда. Here comes the luchadors in force. The butcher getting some help from the fans. This is just turning into a lumberjack match from hell. Вот сейчас будет весело. Alright, Bobby, you know, this is a classic matchup. Не, я лучше с акулой подерусь. А чё дилда нет, а? Где мой любимый дилда? The fact that these two are tag team partners really adds another layer to the whole dimension. They train together. They know. Свалите отсюда нафиг, господа хорошие. Вообще этот революционный ринг от белых самосбродов. По-моему, хана нашему герою. Я точно сейчас буду драться. Блин, как будто из другой галактики приехал. Бензопила, она здесь есть. Все, вот это вот должно здесь быть. Теперь эта игра точно хит. О боже. А сейчас будет кровище-то. Это жесть. Против зомби не использовали, используем против каких-то диких борцов. Под веселую музыку. Жесть. Жесть, еще бы трупы не пропадали, была бы полная жесть. Но я так понимаю, пропадают. Могли бы для этого уровня сделать исключение, чтобы у всех компы взорвались. Ну или приставки. Давайте, где же вы? Последний что-то там застряли. Иди сюда. Ну давай. Я даже на ринг попасть не могу, черт возьми. Ну давай, подеремся с тобой, парень. Давай, на. Не-не-не-не-не, ты не так понял, парень. Не надо! Не надо Ленина, так за что? Ах, господи, моя спина. Спасибо. Блин, лысиный опять долбанулся. Получи, 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 получи.
На! Вот это уже дело. I think you'd have to be naive to believe a giant like Killian hasn't thrown in a few punches here and there outside the ropes, Bobby. Давай, давай, давай. Like the punches being thrown in here tonight, Zach. Both of our contenders seem to be out for blood. Killian isn't bowing down to the butcher anytime soon. But this celebrity of the streets isn't making it easy on Killian. There seems to be something more going on. Это жесть. Titans wishing to settle who rules the mountaintop. Я думаю, что этим разрабам надо было еще и заняться разработкой симулятора рестлинга. Ну, иди сюда, ну, ну, сюда иди. Подошел ко мне, хиленький. Ну, опять ты за свое, ну. Скотина, а. Засранец. Спокойно. О! Вот что тебя покорит. Ты не сможешь устоять в прямом и переносном. Где я так дряться научился, интересно? Жалко, что приемчиков маловато. Да, сейчас опять будет то же самое, я так понимаю, нет? Ну давай. Воу-воу-воу-воу-воу, такую тушу поднять, как листик просто. Как перышко. Давай. Убить лучидоров сейчас будет подкрепа, да? Замечательно. Причем в огромном количестве. Сейчас, погодите. Сейчас получите у меня кое-чем тяжеленьким, блин. Ну давай, поиграем с тобой. Я думаю, что тебе хватит на этот раз. Это совсем больно. Давай, 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 давай. Вот сейчас будет жесть. Блестящая задница приземлится куда нужно. Так. You want mercy? Tap out. Holy sh**! Killbane has tapped out! The walking apocalypse has let his arms be broken without submitting, but the Stillwater Butcher has done the impossible! Хорошо. Пойдем навстречу городу, скажем так. You gotta love it. Against all odds, the Saints are still standing. What a night, Zach. What a night. Killbane, it's just a match. It's my fucking reputation. This is my city. I am its Caesar. And I get to fiddle while it burns. Кулак апокалипсиса. Теперь вы можете найти ее среди вашей одежды. Залите. Короче, вы поняли. I love cop uniforms on strippers. It's
Здрасте. Так, опять денежки пришли. Это хорошо. Три пути. Давайте посмотрим, что это. Pierce, you hear anything about what happened to Kilbane? Nope. We need to know where he is. Yep. You're playing chess again, aren't you? Yeah. Damn it, Pierce. Oh, hey, they come to the crib. We got something important to talk about. Я-то думал, что кулак апокалипсиса это какой-то план кабанов. Но это оказалось всего лишь оружие. Еще одно комичное. Какого хрена вы за мной гонитесь, менты? Я же договорился с мэром, что я могу творить все, что угодно. Ладно, по прямой здесь вообще. Как нефиг делать доехать. Только если вот такие вот крестины не будут стоять на красный свет и ждать, пока прогорит зеленый. Погнали! Рекорд. Нехило. Очень нехило. Так, доехали. Господи, я думал, это корабль. Studio wants you to do a screen test for Gangsters in Space. Oh, fuck that. We're done being corporate whores. So who's winning? What's that? God damn it! What the hell is going on? Ну, приземлился, подумаешь. Пьяный пилот с кем не бывает. Теперь этого еще возить. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ни хрена себе. Вот это поворот, слушайте. 5 звезд там, 5 звезд здесь. Потрясающе. Возьму-ка я свои любимые пистолеты-пулеметы в руку. В одну, потому что вторая занята вождением. И погнали! Ёшкин матрешки, чё ты вас многовато, ребят? Ну ладно. Почему бы и не многовато? Это ж хорошо. Сейчас будем очищать потихоньку. Главное, чтобы меня Олег не убил. А то он любит это делать, как и другие великаны. Друг другом прикрываются, нормально. Все против всех, что ли, или как? Надо было убить Килбена и не париться вообще. А то придумали бой, маска. Конечно. Хватит ему маски, да. Теперь он вообще устроил тут полный апокалипсис настоящий. Чё там? Кто там? Кто-то еще. А, два больших парниша. Ладно, гори вместе со всеми. Давай, потягаемся, кто круче. Вот так вот. Я даже тачку не поцарапал. Вот так вот. Погнали отсюда. Не так надо сделать трижды. Но я думаю, что по ходу миссии что-нибудь такое произойдет. Хотя, может, и нет. А там все еще зомби. Я надеюсь, мы не туда? Что-то не особо охота превратиться под
конец игры в одного из ходячих трупов. Да, мы туда. Ну, замечательно. Ладно, быстренько прогонимся через этот райончик. Почему нельзя прокачать Олега, чтобы он носил с собой пулемет 6-ствольный? Это было бы как нельзя лучше.